Привет всем. Продолжаю изучать город Полярной Зори. Сейчас сегодня воскресенье, 3 февраля. Здесь минус 33 градуса, наверное, там, ну, точно не знаю, но за 30-ку точно аномальный мороз. Сейчас вышел вечером, хочу показать вам иллюминацию города Полярной Зори, как освещен вечный огонь, улица Пушкина. Кстати, нашел кинотеатр здесь, он на улице Пушкина находится. Что еще мне в Полярных Зорях нравится, то есть, или это сильно на севере, так это красивые деревья. То есть в морозе, все снегу, в общем, красота, как в сказке. Вы сами видите. Ну, сейчас снег чуть осыпался, а так они полностью в снегу были, все веточки. Все было белое. Ну, главная достопримечательность Полярных Зорей — это стела. Вот он. Сейчас, наверное, попробую подойти с другой стороны, чтобы видно было. Чтобы видно было Полярные Зори. Буквы. Вот она стела. Когда я сюда собирался первый раз, в поиске набрал Полярные Зори, то первая картинка была вот этого, вот этой стелы. А, смотрите, какие здесь красивые деревья. Северный лес. Очень красивый, когда на работу едешь. Елки. Все елки, сосны, снегу. В общем, красота. Видно, не видно города, название города Полярной Зори. Что-то как-то я не очень вижу. Мороз на самом деле 30 градусов, пока фотографировал, у меня руки замерзли. Ощущения не очень приятные. Здесь это дорога на Кольскую атомную станцию. Вообще стела. Ну, этот вечный огонь, центр города, администрация. Вот так у них освещен парк. Вечером, сейчас время без 10:06, 3 февраля. Ну, мороз сильный, за 30 градусов, народу вообще никого нету. Все дома сидят, греются. Ну вот, так придумали осветить вечный огонь в Полярных Зорях. Такая зима у них красивая здесь. Все деревья белые. Очень красотища. Новогодняя иллюминация, наверное, до весны будет стоять.
Дворец культуры. Хотел сходить на концерт, показать вам так. Поздно с работы пришел, не сходил. Это улица Пушкина, там горит магнит, магазин «Магнит», а чуть ниже кинотеатр «Восход». Так что различия здесь можно, в выходные дни есть куда сходить. Там будет украшение «Умка-2» называется. «Умка-1», я так понимаю, в городском парке на берегу озера или реки. Здесь два раза с горки катается. Не страшный мороз за 30 градусов. Настоящие сибиряки. Вот он, кинотеатр «Восход» на улице Пушкина. Вот с позиции «Люблю полярные зори» «Умка-2». Такая иллюминация около самолета. Ну, сейчас половина не горит. Это школа вообще образовательная. Ну, елка. Будет стоять, пока снег не сойдет, скорее всего.